Студент, который учится в общепите. Короче, у меня была одна сестра, у нее сын. У меня их пять. Из двойняшек и еще брат Саша у него. Я думаю, ну хорошо, не просто о чем говорить, может поставить ставку 50 гривен в час. Thank you.
Турция и так далее. Это все около 2000 будет за выходные. Это минимум. Там только за кадры, да, если еще вести какие-то горячие дисциплины. Есть микроволновка, там есть это, может, пельмени какие-то, сушка, это все принято. Это уже, ну как, хозяин там отсутствует. Берешь место и делаешь, что хочешь. Единственное, что честно делаешь. Половина прибыли у хозяина, половина мамы, все. Работа только в